В Московской области на портале «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор». Участники могут выбрать лучшего детского и взрослого врача любой специализации. От Одинцовского городского округа представлен 831 медицинский работник. Голосование на «Доброделе» продлится до 1 декабря. В итоге конкурсное жюри определит двух победителей – «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».